Здравствуйте, уважаемые студенты! Рассмотрим препарат надпочечник, окрашенный гематоксилин и азином. Итак, при малом увеличении мы можем видеть наружную соединительно-тканную капсулу, корковое вещество, мозговое вещество, рассмотрим подробнее при большом увеличении корковое вещество. Здесь мы видим клубочковую зону, пучковая зона, сетчатая зона и синусоидные капилляры. В мозговом веществе мы видим хромофильные клетки.